Всем огромный-огромный привет! Мой фуд-влог, и я готовлю завтрак. Сегодня я решила сделать вот такие вот тосты. Это у меня зерновой хлебушек крестьянский, который я вам показывала из Вкусвилла. В общем-то, пожарила два кусочка. Здесь у меня авокадо с солью и перцем. Вот такой вот томат розовый. Сейчас буду делать себе такие тосты. И попить у меня здесь чай. Сегодня я себе заварила гринфилд с клубникой и шоколадом. И вы знаете, такой аромат шоколада стоит у меня сейчас на кухне. Я сначала даже не поняла, чем это пахнет. Но оказывается, это вот так вот мой чаек пахнет приятно. Не знаю, как будет на вкус, но надеюсь, будет вкусно. Итак, сейчас смажу тосты авокадо. Добавлю помидорчик розовый. И помидорчик сверху немножечко присолю. Будет вкусно. Вот так вот выглядят мои тосты. Быстро завтрак мой готов. И еще я вот тут намыла фруктов, нектарины, бананы и также малинку, которую я вам показывала, покупала. Очень она оказалась вкусная. Очень вкусная. Это такая, знаете, не в кашу разваливается. В общем, классная малинка. Так что сегодня у меня будут вот такие вот перекусы. Возможно, что-то еще будет на перекус, тогда я вам покажу. Ну, а пока как-то так. Я отправляюсь завтракать. Приятного мне аппетита! Так, мы сейчас гуляем, и я закупилась. Немножечко покажу, что у меня здесь. Зашла во Вкусвилл и в Пятерочку. Сейчас буду искать своих, где они гуляют. Так, а вот и они там сидят с Марселечкой. Сейчас я его заберу. Давайте я вам покажу, что купили. На улице такая вообще жара, просто ужас. Так, значит, я купила креветочки вот такие вот королевские, вичи замороженные, 450 грамм. В общем, креветки мы любим, и роллы делать с ними, и так что-то готовить, поэтому вот взяла. Это в Пятерочке, и обошлись они мне в 260 рублей. В общем, 259,99. Вот. Так, сейчас я их уберу в морозилку и покажу еще, что купила. Так, остальные закупочки у меня из Вкусвилла. Взяла вот такие вот тортильи. Обычные пшеничные. Здесь у них две. И вот еще три штучки, цену вы видите. Так, и набрала я курочку, потому что у меня мяско немножко подзакончилось. В общем, взяла я вот такие вот стейки из филе куриной грудки. Они у меня немножко так съехали, стоя стояли. 450 грамм в упаковке, 126 рублей стоит одна упаковочка. Я взяла вот две подложки, и одну подложку я сейчас оставлю, мне нужно будет для приготовления, а вторую я их сейчас разложу, все стейки, и заморожу. Вот. И еще купила куриную голень, одну подложку, вот 771 грамм на 116 рублей. И
И еще одна подложечка 795 грамм на 119,73. Вот, в общем, вот такая вот закупочка у нас на прогулке была. И в Вкусвилле закупка обошлась в 567 рублей. Вот, пожалуйста, чек. Кому интересно, ставьте на паузу и смотрите. Сейчас я готовлю обед. И на обед я хочу приготовить тушеную капусту с куриной грудкой. Вот часть стейков, которые я купила, я, видите, вот такими вот пластиночками порезала. Здесь у меня молодая капуста нарезанная, морковка натертая и мелко порубленный лучок. Все. На оливковом масле я сейчас поджарю лук с куриной грудкой и затем уже добавлю все овощи, буду тушить. И из специй у меня это будет только соль и смесь четырех перцев. Все готовится просто, быстро. В прошлый раз я вам показывала, как готовила с грибочками. В этот раз с куриной грудкой, но принцип тот же. И по времени, поверьте, это тоже минут 15, ну 20, это прям вот максимум. Но я думаю, не больше 15 это займет. Вот так, быстро, вкусно. За это я и люблю лето, то, что можно быстро какие-то овощи потушить, и будет вкусненько. Именно тушеную любим мы молодую капусту, и когда она уже такая старая, знаете, ну, не ахти. Не очень мы любим старую капусту, и пока вот есть такая молодая капустка, наслаждаемся ею. Сейчас сразу буду уже готовить часть ужина. Это я хочу потушить говядину. Здесь у меня 400 грамм говядины, вот так вот нарезанные тоненькими полосочками. Потом лук я вот такими вот четвертинками колец нарезала. И добавлю хмели-сунели. Лук и 4 перца. О, лук, соль, 4 перца. В общем, сейчас на оливковом масле поджарю слегка лучок. Затем в раскаленное также масло с луком я добавлю говядину. Она обжарится. И затем уже на медленном огне добавлю все специи и буду тушить до готовности. Готовлю я говядину обычно, ну, долго, по времени не засекаю. Я смотрю по готовности. В общем, мы любим, чтобы говядина, знаете, такая была прям вот супер мягкая. И можно сказать, чтобы прям вот рассыпалась во рту. Вот, так что сейчас уже сразу приготовлю ужину, чтобы потом не стоять у плиты, потому что у нас снова 30 градусов жары, и это просто невыносимо. Сейчас я добавила немного водички и все специи. И так теперь буду под закрытой крышкой тушить говядину. Ну, наверное, минут 40, час так точно. Вот так вот выглядит мой обед. Тушеная капустка получилась просто обалденная. Я уже попробовала, и мне захотелось лучка зеленого. Я его просто вот так вот порезала. А на десерт у меня будет вот такой вот чизкейк от Байо Александров с чаем. В общем, как-то так. Ну, слушайте, капуста с куриной грудкой получилась просто, просто объедение. Я вот уже себе положила вторую порцию, добавочку. И, в общем, я так подумала, и решила, что десерт я пока не хочу. Я лучше поем еще капустки с грудкой, потому что мне очень понравилось. Ну, и я понимаю, что, в общем-то, место у меня осталось либо на чай с десертом, либо на капусту с куриной грудкой. В общем, капуста победила. Очень-очень вкусно. Ну, а десерт я съем попозже. Или завтра. Говядина потушилась. Получилась она очень мягкая, вкусная и сочная. Так что к ужину я готова. А еще здесь у меня подготовлена масса для творожной запеканки. Сейчас она немножечко настоится, чтобы манка набухла, и я буду печь запеканку творожную. Дети попросили завтра на завтрак запеканочку, в общем, поэтому решила тоже сегодня сразу сделать, вот, чтобы она успела остыть, убрать ее в холодильник, потому что в жару боюсь, что с вечера она просто у меня не успеет остыть, но, в принципе, у нас уже и так 4 часа, поэтому сейчас, пока она приготовится,
Как раз я ее успею охладить и убрать в холодильничек. Завтра у нас будет вот такой вот вкусный завтрак. Рецепт запеканки творожной у меня есть. Я вам где-нибудь здесь подсказочку оставлю. На канале у меня есть этот рецепт, и, по-моему, я даже вам не раз показывала. У нас уже настало время ужина, и я, в общем, себе сделала вот такой вот салат. Здесь листья салата, огурец, помидор и тушеная говядина, которую я сегодня тушила. Захотелось мне, в общем, чего-то более такого легкого, знаете ли. И, в общем, я решила не готовить гарнир к говядине, а сделать вот такой вот салатик. Заправила я немного оливковым маслом и чуть-чуть подсолила. Все, сейчас я буду ужинать. Мне приятного аппетита. А с вами я буду прощаться. Пожелаю вам всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.